В Одинцовском центре эстетического воспитания прошел детский брейн-ринг. На нем проверили знания правил поведения в случае возгорания. По словам специалистов, лучший возраст для знакомства детей с основными правилами пожарной безопасности – 5-6 лет. Ребенок должен понимать, чем опасен огонь, вреден ли дым, оставаться в горящей квартире или попытаться выбраться из нее. На все эти вопросы у малыша должны быть исчерпывающие ответы, позволяющие молниеносно принять правильное решение в критической ситуации. Летний период, в принципе, дети очень много времени проводят, гораздо больше времени проводят дома, гораздо больше времени проводят в играх, у них гораздо больше свободного времени, и поэтому как нельзя, кстати, в летнее время напомнить им о правилах пожарной безопасности. Интеллектуальная игра состояла из 4 раундов. Ребята поделились на команды и выбрали капитанов. Смотрели обучающие фильмы, рисовали тематические плакаты, ну и, конечно, отвечали на вопросы. Борьба развернулась нешуточная. Ребята, кто знает телефонный номер пожарной части? А теперь давайте на 3-4 все вместе. 3-4. Проведение брейн-ринга поддержали представители МЧС. Организаторы отметили, подобная игровая форма всегда дает положительный эффект. Даже малыши понимают, что неосторожное обращение с огнем может привести к печальным последствиям. А знание простых правил поведения при пожаре и умение применять их на практике зачастую позволяет сохранить жизнь. Если в доме начался пожар, надо срочно вызывать пожарных и выходить из квартиры. А еще что? Если есть огнетушитель, берите и тушите. Если начался пожар, то зови пожарных по номеру 01. С угрозой пострадать от пожара может столкнуться каждый. И лишь знание основных правил безопасности позволит вам не стать жертвой огня. Берегите себя. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».